Привет всем, с вами я, Ваня, мы продолжаем играть в Startup Company. Такс. Супер. Такс, продолжаем нанимать сотрудничков. 8000. Нормально. 101, 82. Блин. 6600, да? Я не знаю, сколько. Надо на третий этаж. Сколько мне там сисадминов? 1, 2, 3. И 4. Еще одного сисадмина нам пока что надо. Так, 131, 130, 110. Вот этого. За 7400. Все. Этих мы отнимаем. Иди обучайся. Сейчас ведущих разработчиков наберем, и будет все круто. 154, и там я еще видел 8600, да? 8600 и 9200. Блин, как меня задолбало. Мне нужна эта кнопочка тут сбоку. У меня уже там есть один обученный сотрудник, но они еще обучаются, ладно. Сколько? Так, на третий этаж давайте запрыгнем. А, менеджеров надо. Так, ага, тут у нас уже один сидит, ведущий, второй сидит. Делай вот эту штуку. Третьего сейчас посадим и четвертого сюда посадим. Окей. Менеджеров нам обязательно сейчас надо. Менеджерам очень надо, срочно. Окей. Чё тут не хватает? Дизайнеров не хватает и менеджеров. Ну все, я думаю, что это все, что мы сможем сейчас взять. Это еще нам надо троих менеджеров и одного ведущего разработчика и дизайнеров четверых. Все, это максимум. Так, сейчас найдет нам что-то. Дизайнеров давай ищи. 183 за 10 тысяч. 10 тысяч. Супер. Так, третий этаж. Садись и делай что-то. Нет, это нам не надо на самом деле. Я не знаю, просто пока что делай вот это. Функции, подождите. Плюс 10 не могу, плюс 5 тоже не могу. 3. Ладно. Так, с менеджеров и дизайнеров нам надо. Этих нам уже не надо. Дизайнеров нам ищут. Начать поиск. Менеджер опытный. Начать. Менеджеры пошли. Тут обучение идет. Менеджеров и дизайнеров. А, да, все. Все ищется. Все супер, все классно. Посмотрим, что у нас тут. Рабочее место для экспертов. А у тебя что? Окей, стена. Конфиденциальности большая. Я понял. Подождите. Одну только штуку хочу. Офис. Где? Ага, большая. Вот это. Ладно, этого у нас еще пока что не открыто. 83, 84. 84, 84, 84. Супер. Блин, вот это. Короче, дизайнеров надо побольше, чтобы они делали наборы пользовательского интерфейса. Я знаю, что я сделаю. Опытный берем. За 7. Вот так. И менеджера 8500. Так, там что-то
Что это? А, мне 27 лет. Окей. А, так, с менеджера сюда. Кем он управляет? Он управляет не теми, кем я хотел, ну да ладно. Дизайнера сюда, и он делает вот это. Ага, у нас не хватает вот этого, да? Ну ладно, вот эти штуки делай. Так, что вы делаете? Вы делаете просто базовые модули, да? Забираем вас. Четверо только, да? 1, 2, 3, 4, да? Один, два, три. Тут вот пустой стол, да, у нас? Давайте вот этого. Не то, что... Ну ладно, давайте стол заберем. Блин, фух, я напугался. Я думал, что я не записываю его сейчас. Жесть, ребят. Чуть не остановил, правда? Ну да ладно. Это что? Ага. Ого, тут можно брать займы какие-то. Прикольно. Но это пока что мне не интересно. 84, 84, 84. Вот это мне интересно. Ну давайте 85. Вот тут не хватает вот этих штук. Вот тут не хватает вот этих штук. Хостинг справляется. Еще даже очень неплохо. Так, мы можем что-то открыть. Давайте вот это. Все по очереди уже открываем, потому что можем себе позволить. Так, смотрим, что там у нас дизайнера нашлись. О, 163%, 10 тысяч. Нормально. 145, 6700. Окей. Еще одного менеджера. Окей. Это просто мы не договорились были немножко. Менеджера сюда. Так. Сейчас мы им сисадмина. Окей. Окей. Опытный. Ага. Тут у нас дизайнер. Так, нам еще нужен один менеджер и 3 дизайнера. И все. Менеджер, нормального менеджера мне найдите. И больше я не смогу нанимать на самом-то деле людей. Так, это обучение, рабочее место для эксперта. Вот тебе. Блин, потом надо будет посмотреть. А, слушайте. А нельзя мне столько набирать людей. Потому что мне надо место еще. О нет, у нас слишком много рекламы. Ну и чё? Нам тоже надо как-то жить. Смотрите, какой у нас большой офис. У нас очень большой офис. Нам надо как-то выживать. Так. Менеджеров нету, да? Мне надо менеджера еще одного, как я понял. И все, больше. Дальше мне надо немножко других людей. Дизайнеров больше не надо. Давай, иди обучайся. Так, менеджер 183%, 8,9. Ой, что-то я ему много предложил. Супер, все, менеджер есть.
Это нам тоже не надо. Этого нам не надо. Это мы сейчас разберемся. Ой, на первый этаж я давно не заглядывал. Окей, это менеджер. Он берет под себя вот этих дизайнеров. Дизайнеры, дизайнеры, база. Нет. Вот это. Все, ребят. Я думаю, больше у нас... Сколько у нас? 160 человек максимум, а у нас сейчас 151. А, ну еще можно. Просто столы где-то непонятно где потерялись. Так, если убрать, то... Вот тут у нас пустой стол, да? А, нет, там сидит кто-то. Так, приди-ка ко все на работу. Такс. Сидит. Видно. Вот эти два стула. Они пока что вот так. Окей. Еще на вот это. А на первом этаже у нас тоже есть где-то пустые. Вот. Вот они. Не занятые никем. Вот еще один не занятый никем. Тут я еще хотел кого-то набрать. Походу ведущего разработчика. Тут это кто-то? Ага, тут у тебя разные люди в подчинении. Вот тебе и дадим сейчас кого-нибудь другого. Так, нам надо искать на самом-то деле. Ты у нас уже эксперт. Ага, экспертов ты не можешь искать, да? Значит, не ты эксперт. Обычный эксперт. Окей. Ты, значит, у нас будешь искать нам экспертов. Не-не-не, менеджер по персоналу, что ли? Ну да, нам надо хотя бы двоих менеджеров по персоналу еще найти. Я не знаю, вот опытных или неопытных. Вот этих нам двоих не надо. Вот этого менеджера не беру пока что. Не знаю, зачем он мне. Сейчас мне еще... Я хотел техподдержку найти. На самом-то деле техподдержка. Где она? Опытного. Окей. Ну просто чтоб был. А потом уже разберемся. Так, пошли смотреть, что у нас по функциям. 85 уровень. Делаем 86. Делаем 86. Делаем 86. Супер. Вот здесь нам надо... Блин, да эти дизайнера, ну что вы тупите? Опытный. Ну, окей. Простаивает. Ладно, ничего страшного. Так, рабочее место для эксперта. Супер. Тут все есть. О, кстати. Я хотел глянуть на нашу базу. О, супер. Кеш, отлично. Дублировать устройство. Та-дамс. Блин, не хватает, чтоб настроить. Так, у нас осталось не так-то и много денег. Так, на 3 миллиона, на 2 миллиона. 5%, 6%. Давайте вот это. А тут что у нас? А, окей. Это я уже принял.
это все потом настроим, потому что пока что оно не работает. Ну, с серверами, я так понимаю, у нас сейчас вообще проблем не должно никаких возникнуть. Самая основная у нас проблема вот с этим, что нам надо делать больше функций. Давайте мы врубим эту функцию. Люди, конечно, недовольны. 59%. Ну, а что я могу сделать? 60%, надо 65. Они же не собираются уходить от нас. Но страница профиля, это просто ужас. Подожди, чувак, мы все исправим. Так, специалист поддержка, 142%, 7200. Забираем. Больше нам не надо искать специалистов поддержки. Как это отменить? Как отменить, чтобы они не искали уже? Это менеджер по персоналу, пускай ищется. Вот, все, не надо. Иди обучайся. Так, специалистов поддержки мы на первый этаж сейчас засунем. Вот это же тоже... Вот. Окей. Супер. И тут у нас есть менеджер, который тебя возьмет. Нормально, я думаю. Почему бы и нет? Так. Отвечает на запрос. Простает. Слушай, иди ответь там. В смысле, команда поддержки не выбрана. Поддержка 100%. Супер. Так, надо что-то изучить. Давайте вот это изучим. Дальше у нас на третьем этаже вроде все супер, да? На втором этаже у нас... О, надо смотреть. Вот этого берем за 11500, да? И вот этого давайте возьмем за 8300. Супер, больше нам не надо искать никого. Ставим. Троих. Троих берем. Семичасовой рабочий день. Дни обучения воскресенье. Круто. А что ты хочешь? Стол руководителя и конфиденциальность. Окей, стол руководителя я могу тебе организовать, как бы. Это ты, да, у нас? Конфиденциальность, бесплатная. Ну, пока что этого у нас нету. Так, а ты у нас чё? Тоже по воскресеньям обучение. Еще три, постойте. А ты чё, никого? Ага, вот так вот. Все, супер. Супер-пупер, хорошо, обучение. Повышение до эксперта. Это не надо нам пока что. Что бы нам тут... Кого нам еще надо? Я не знаю на самом деле, кого мне еще надо. О, кстати, что там наш маркетолог? Он вроде на первом этаже. Это он? Маркетолог. Как он сюда попал, я не знаю.
Вот так. Он у нас пока что один, и он справляется со всем, чем надо. Окей. Блин, а я же мог один план сделать и давать его всем прям сразу. Что-то я немножко туплю. Ну да ладно. Так, тоже сойдет. Давайте делать дальше новые функции. Сколько тут уже? 61%. Люди растут и растут. Это хорошо. 86 уровень всех вот этих штук. Блин, ну дизайнеры, конечно, медленно это делают. Окей. Такс. Тут у нас никто не сидит, а должен кто сидеть? Подождите. Ага. Разработчик. Самый обычный разработчик. Я понял, надо найти нам разработчика. Ищем. Так, это мы выкупаем. 3%. Ну, давайте. 2 миллиона у нас есть. Что у нас по серверам? Ага, массовые мы не можем. Давайте тогда потихоньку настраивать по одному. Веб-сервер, кэш-сервер, веб-сервер, кэш-сервер. А, не хватает датабейс сервер нам. Ну ничего. Кстати, у нас есть еще такая прикольная штука, как контроллер тактовой частоты. У вас недостаточно денег. А, он 2 миллиона 800 стоит. Офигеть! Сейчас мы его поставим. Сейчас мы его себе поставим. 25 уровень. Давайте хотя бы до 30 прокачаем. Я не успеваю, кто-то крадет эти штуки, пока не делает. О, блин, до 31 прокачал, ладно. Так. Окей, нам надо разобраться теперь с рекламой. Окей. Ну, это фигня на самом деле. Нам надо повышать функции. Сколько тут уже? 63. Надо выйти на 65%, и люди будут довольны. Ну, я на это надеюсь. Так, 2 миллиона 800 мне надо. Мне надо переглянуть один контрактик, вот этот. У нас уже 16 миллионов. Окей, на 16 миллионов где наши маркетологи? Сейчас мы поищем. Контракт, 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 контракт. 36, 32, 33. В смысле? Так, хорошо. Какой, значит, вот это у нас контракт? Под каким, ой, не то. Под каким у нас номером вот этот контракт? 38-й. Перейти к сотрудникам. Теперь надо искать человек на 16 миллионов контракт. Просмотров. Вот так вот. Все, сейчас должно что-то быть. Тут тоже нам надо менять контракты, потому что мы уже
Ну да ладно, пока что пускай будут. Хостинг у нас что? 2 миллиона 800 мне надо сейчас. Так, пока что у нас нет. Почему они простаивают, я не понимаю. А, 16 миллионов 4,95. Ну такое. Кстати, да. Раз я уже этим, то этот контракт нам не надо будет продлевать. Тут вообще 5,70. А нам надо 16 миллионов и 4,95. Выбить себе лучшую цену. Это нам все не надо, не надо, не надо, не надо. Как-то так. Угу. Дальше пошли. Сколько у нас сотрудников? 154. Еще 6 сотрудников максимум мы сможем нанять. Окей. Окей, окей, окей. Ого. Вот это у нас нагрузки на хостинг. Но наш хостинг справится. О, почти деньги есть на одну штуку прикольную. Так, смотрим. На 16 миллионов по деньгам 6,45. Обсудить. Да. На 10 дней нам надо обсудить. 4. У нас было там где-то 5. Я хочу хотя бы 9. 5,5. И то недоволен. 6. Давай 6. И 5. Супер. Отличненько. Сейчас мы должны зарабатывать. О, 6 миллионов, а не 5 уже. Нормально. Новый контракт себе нашли. Супер. Так, давай, 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 давай. Кто это? Ведущие разработчики. Чё вы там? Что пишут? Страница профиля у нас скоро, скоро все изменится. Она станет тоже крутой. Не переживайте, мы работаем над этим. Мы над этим очень тяжело, каждый день работаем. Так, что там по сервакам? Все, супер. Такс, и смотрите. Нам надо 200 тысяч, а у нас 570. Тут я вообще даже боюсь смотреть. Тут у нас 60, тут в 6 раз больше, короче. Вот, у нас есть вот такая вот штука. Она нам будет экономить расходы. Как вообще это будет происходить? Смотрите, у нас минус 2 миллиона 235 тысяч. Аренда хостинга, расходы на электричество 190 и пропускная 250. 2 миллиона 235. Теперь мы берем и для сайта World Game, когда DOS атака, то 100%. Ноль. Окей. Введение журнала. Нет. Окей, окей. Правило 1. И правило для рубина. Все, супер. Теперь нам надо это назначить. Такс. Вот это... Как я могу узнать, какая это большая стойка? Резерв. Теперь я беру и... Как я это делал? Стойки. Резервная большая стойка. Подключить контроллеру 1.
Все, теперь смотрите. Не хватает функций. Как это не хватает функций? Все там хватает. Смотрим, сколько мы сейчас тратим денег. 2235. Окей, очень странно. Потому что... как оно работает? Вот так. А почему? Оно ж отключено, получается. И по идее у нас должно меньше денег. О, вот! Видите? Денег начало меньше брать. А когда начнется DDoS-атака, то у нас сразу же этот сервер подрубится. То есть это тоже оптимизация какая-то. Инвестиционное предложение. На 4 ляма. Нет. Хотя, а зачем мне? Мне пока что не надо. Вот так вот. Давайте еще один перенесем в резерв. Как его переназвать? Все, вспомнил. Вот так. Резерв. Блин, последнюю букву никак не попадаю. Так, не то. Еще один. Вот она. Подключить контроллеру 1. Все, и как мне кажется, у нас сейчас вообще еще меньше должно тут вот. Почему? Надо, наверное, вот эту штуку. Вот эту штуку, да? Смотрите, 2 ляма. То есть мы примерно 200 тысяч сбили. Это, мне кажется, вообще офигенно. 4 ляма и продать 8%. Не-не-не-не-не, сейчас мы заработаем. И мы так будем больше зарабатывать, получается, в день. Потому что... Блин, да что ж такое? 66%, окей. Окей, окей, окей. Это хорошо. Вот это мы убираем, это нам уже не надо. Ну уже, ну уже. Так, ну давайте вернемся в офис. Так, рекламные баннеры. Тут я все потратил. Такс, повышение. Ага, я вот эти все штуки потратил. Печально. Никто не хочет их сделать. Давайте мы ускорим время. О, супер. Все равно 66%. Но мы потихоньку двигаемся. 3,78. 67%. И 5,3 миллиона пользователей, ребят. Мне кажется, это довольно-таки неплохо. Новости, что у нас тут? Greyman Playing. Не знаю, что это такое. Кстати, мне интересно. Только сначала я поизучаю всякие штучки прикольные. О, супер. Стена конфиденциальности и конфиденциальность. Я помню, что мне это надо было. На втором этаже. Та-дам. И еще стул яйцо. Ладно, поставлю. Растение сюда поставим. Вот это я поставил. Вот такую вот штучку сюда поставлю. Что еще здесь новенького? По-моему, все. Окей. Инвестиционное предложение. Не, нам не надо. Так, я хочу выкупить свою долю. Ой. А, еще не хватает немножечко. Шестьдесят восемь процентов уже. О, супер.
Выкупляем свою долю. Отлично. .382 нагрузки на сервера. Так, ну сервер справляется, да? Да, супер. А если у нас друг DOS атака, то у нас поднимется сервер, когда это понадобится. Тут тоже все справляется, все круто. Так, еще какое-то предложение. Не надо нам ваших... Я в день столько зарабатываю. Так, сервера. Приливов и отливов. Ага. То есть я... А нет, еще не на максимум вышел. Есть еще такие сервера. Так, фреймворки. 6, 6 у нас. 0.9. Давайте мы откроем и сразу перейдем на какой-нибудь другой. Помощнее сервак. Это я отменил, да. Так, у нас тут функции надо повышать. Потому что они что-то... Так, 87, 87, 88, да? Давайте, 88, 88. Супер. Тут еще два. Это быстро мы. Так, тут максимальный уровень 500. Нифига себе. Шо-шо там писало? Понизить... А. Ой, блин, не то нажал. 91-й, 91-й. Все отлично. Что это нам предлагают? 5 лямов. Вопрос, зачем нам 5 лямов сейчас? Если только переехать в новый офис. Я начал... Не так давно целевать на странице. Это просто ужас. Окей. Окей. Надо менять фреймворк. Вам необходимо улучшить фунт до максимально. Прежде... А, блин. Вот это печалька на самом деле. Нам, мне надо все функции 500 уровня сделать. Это очень жестко. 92-й. 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 А вот это нас подводит. Что ж, ладно, ребят, давайте на этом будем завершать пока что. С вами был я, Ваня. Если вам понравилось, обязательно ставим лайки, подписываемся. И всем пока.